Итак, подарочки сезона для начинающих пчеловодов. Осторожно, стекло. Ё-моё. Нам неудобно сейчас. Тут у нас GoPro-шки нет. Вот у нас что тут. Выщинатор. Такой выщинатор. И проволока. А тут у нас лощина. Ё-моё. Теперь ее вскрыть. Лощина. Сейчас прям в онлайн режиме. А то пишут, я там снимаю без этих, без сценариев. В жопу бесплатную столовую и ваши сценарии. Раз. Сейчас прям в онлайне. Серия будет называться «Вперед за дизлайками». Сейчас как бы поставить Озону пятерку за упаковку, блин, захочешь. Как будто кролика разделываем. И все упало. Сейчас, секундочку. Хлоп, хлоп. Так. Ну, я еще сам не знаю, как там лежит. Ё-моё, запаковали-то. Упаковка на 5 баллов. Сейчас. Это будет не реклама, а рекомендация. Вот. Паузу сделаем, заказываем. Упаковка вообще огонь. Ё-моё, сейчас паузу придется делать сейчас. Челлендж с лощиной продолжается. Вот знак такой у них. 1 килограмм. Та-дам! Ё-моё! Ни разу лощину вживую не видел. Вот она. Мягенькая такая. Склеилась. Ё-моё. Ну так что вот. Сейчас будем пробовать все это дело соединять. Хотел попробовать вот этой фигней сначала. А потом зарядкой для аккумулятора попробуем. Эти 4 рамки сегодня будем делать. Так, все, смотрим дальше. Так, продолжаем снимать. Вот сделал для вощения штучку такую. Вот, хлоп на нее и на раскатку. А вот это проволоку натягивать. Вот поставил, чтобы она не, эту штуку, чтобы не распутывалась. Сделал из канализационной трубы 40-й. Вот стоит. Даже 50-я, наверное, 50-я труба. Ну вот, сейчас начнем натягивать проволоку. Потом видосик сниму, как буду вощить. Один раз попробую накатать, а другой раз зарядкой с аккумулятором попробуем, получится, нет. Всего пока 4 штучки будет. Итак, товарищи комрады, поздравьте нас. У нас пополнение. Ё-моё, вон они жаки бегают. Видите, если не сколько там, штук 6-7. Вот это так. Такие, ну вот и полудай. Угу. Что-то туда, это яйцо куда-то делось. Это вот что Сашка привозил, ты, Сань? Утку-то когда сам первый, это она. Так что, если чего, дай бог, на следующий год все утки будут, все утки подойдут. Ладно, все, пока. И настал тот день, тот час, когда снова мы вощим вощилку. Занимаюсь первый раз. Ну, показываю. Тут и попробовал уже одну. Сейчас вторую линию. Пишем дизлайки. Первый раз делаю. Никогда в жизни этой фигней не занимался. Но ё-моё. Мне кажется, я сильно давлю, нет? Ну да, наверное. Чтоб ее не продавить. Угу. Да? Да. Потихоньку, как-то вот так вот, да, наверное. Там у скоты.
хотят родить. Сейчас две сделаю так, а две сделаю с аккумулятором. Потом сейчас тоже видео сниму. И что получится? Ё-моё, рвет, наверное, сильновато, жму я. Угу. Ну, первый раз, хрен с ней. Что получится? Так, и кульминационный момент. Ты-ли-ли-ли. Да нет, нормально. Ха, ребята, первая моя овощина. Навощенная. Все. Сейчас, все, гай, сейчас, потом. Пока. Что, снимаешь? Да. Делай в первый раз. Покажи, где этой херней не занимался. Покажи. Зарядное устройство должно чуть-чуть потемнеть, и тогда хватит. Что получится, хрен его знает. А что ты делаешь, расскажи. Привариваю вот овощину. Зачем? А, можно так, что ли? А, ты типа ее нагреваешь, что ли? Она почему-то не нагревается. Ну что ж, она тебе сразу, что ли, нагреется? Ну, мужики, показывай сразу. Подсказываю, что я делаю не так. Сейчас там жут, наверное, все время. Но мы еще этого не знаем. Зиг-топ. Может, я полюса как-то не так соединил. Короче, быстрее этой штукой делать, чем это. Вот, вот, вот. Ничего она ничего не делает. Конечно, туфта какая-то, товарищ. Что-то не получается. Пишем, почему не получается. Все, давай, то мне там сейчас вода перельется. Да, мы заняты очень важным делом. Мы бочку да. Наливаем, да. Мы. Да, все, привет всем. Пожевал? Так, ну, знаете, воровки кружат все. И никак не могут. На, сейчас овощину поставили. Через одну. Там обещали нам еще. Сейчас улетело все. Обещали нам. Что нам обещали? Ну что нам обещали? Обещали нам. Сим... Кукуреку нам обещали. Петуханову купить. Рой. Да, нам рой. Обещали. Семью пчелиную обещали с Орловской области. Таких кошмарищ. Вот, наверное, тубюрем сейчас поставим. Через одну сделаю я, наверное. Ну, наверное. Даже не знаю, как правильно через одну их делать-то, блин. Ё-моё, если бы знать еще, как ставить-то. Напротив литка. И там поживее. Все еще Гитлера видели, наверное. Такие бывалые, блин. Плесень надо убрать. Сахар заплесневал. Так, вообще не пойму чего. Ладно, сейчас вот так уйдем. Раз. Ё-моё. Давай. Уж не знаю, будет ли работать или нет. Три. О, как! Хы. Так вот и вот. Это заглушечка. Потом еще пленкой накроем, сделаю. И эти пока суши, это лишнее получается. Надо их тоже навощить, надо еще снять. Все. Как-то так. Ставим дизлайки, лайки. Пишем гневные комментарии знатоков. Да, совершенно с вами согласен. Курила, подтвердила. Гаси.